Добрый день, я Талдыкина Ирина Владимировна, заведующая отделом научно-экспедиционной работы Краеведческого музея. И сегодня я вас познакомлю с выставкой, которая только готовится. Только закончится этот карантин, и вы все придете на нашу выставку, которая называется «Ностальгия по 50-м». Что такое 50-е годы в истории нашей страны и в истории нашего города Сталинграда? Это первые годы после восстановления. Это развенчивание культа личности. Это карточки. Это Волго-Донской судоходный канал. Это строительство Сталинградского планетария. А сейчас мы с вами находимся в квартире 50-х годов. Все здесь сделано так, как и было в 50-х. Любой человек, который помнит эти годы, придя сюда, он обязательно скажет: «Да, это моя квартира, это моя кухня, это та утятница, где я готовила утку», любая хозяйка скажет. «Это та кухня, в которой стоит плита Сталинград, и стоит та посуда, которая очень близка людям того времени». А это уже сама квартира, в которой мебель желтого цвета, характерна исключительно для 50-х годов. Это радиола, это сервант, который будет заполнен посудой к тому времени, когда вы придете. Это первый телевизор 59-го года, который собирались все люди и смотрели в одной квартире, в одной комнате, в коммуналке. Но и настоящий абажур, который нам говорит именно: да, это 50-е годы. А что же мы увидим еще на нашей выставке? Это фотоателье на улице Мира, 18, в которой готовились шикарные фотографии, семейные, красивые на паспорт и менее красивые на удостоверение. Это спорт того времени, кубки которого расписывались вручную и ни с чем не спутаешь. Это наши вузы, это наша школа, октябряты, пионеры, комсомольцы. Это, конечно же, фестиваль молодежи «Студент» в Москве и стиляги. Красивые ткани, шифон, крепжорже, крепшифон, красивые девушки с яркими лентами и посуда того времени с великолепными вазами скульптора Зимана. Ждем вас всех на нашей выставке, чтобы вместе поностальгировать.